В какой республике? Я не из республики. А ты из Харькова? Откуда ты? Ты из Харькова, нет? Да, да, да. Географию Харькова хорошо знаешь. Ну, не проверял, но что-то знаю, что-то не знаю. Какой железнодорожный вокзал находится в районе станции метро проспект Гагарина, скажем? Легкий вопрос. Еще раз вопрос повтори. Какой железнодорожный вокзал? Какой что? Какой железнодорожный вокзал находится у станции метро проспект Гагарина? Ливада. Молодец. А первая остановка с Ливады как называется? На электричке. Основы. Нет, основа третья. Первая, наверное, основа. Первая остановка называется Верещаковка-Левацкая, запомни. Основа это третья остановка. Ну хоть. Ну, может быть. Но мне это не. Эта информация не. Ну я понял, что тебе неинтересно. Ладно, задавай свои вопросы, отвечу. Согласен? Я понял, понял. Так я же задал тебе, в какой ты республике, из какого ты края, региона, интересно. Ну, региона так и скажи, регион Онтарио. У нас нет республик. Ну, это же республика, республики нету, да? Нету республики, регион Онтарио, Канада. А что за народы живут там? Понял, понял. А, ты из Канады? Да, географию нужно ты было... Ты не из России? Географию нужно было сдавать, а не покупать. Да. С Канады, я тебе сказал, да. А, так я не покупал ничего, дедушка, я все сдавался. Ну, географию не очень хорошо знаешь. Онтарио. Не, Канаду я не знаю, я ж не канадец. Ну я понял. Ты Харьков не знаешь. Так, блядь, в России там столько названий есть, что, блядь, не каждый, блядь, россиянин знает. Ты Харьков не знаешь, не очень знаешь. Что я тебе могу сказать? Ладно, задавай свои вопросы. Хорошо, а ты географию хорошо знаешь? Хорошо. Географию знаешь хорошо свою? Да, спрашиваю. Сколько речек в городе Харьков? Две. Харьков и Лопань. Нет. А уды куда делись? Куда ты дел уды? А, ну уды еще есть, да, точно. Ну я говорю, блядь, мужик, у нас 5 речек в город впадает, 5 речек. Ну впадает, не впадает, я понял. Ты мне рассказываешь 2, блядь. Основные реки 2, которые, ладно, ну я поймал, я согласен, да, есть такое. Ну куда пропал-то? И здесь, на этом перекрестке. Торонто. А ты откуда? С Торонто? Да. Понял, я с Украины, с Харькова. Географию Харькова хорошо знаешь? Ну, достаточно, я здесь живу. Какой железнодорожный вокзал находится в районе станции метро «Завод» имени Малышева? Имени Малышева? Сортировка, наверное. Не, сортировка находится там, как на Белгород ехать. Южно-северный. Чего, как на Белгород ехать? А там находится не. Балашовский вокзал. Ладно, вот тебе полегче вопрос. В районе Давай. Станции метро «Проспект Гагарина» какой вокзал находится? Там было метро «Индустриальное», есть вокзал «Автовокзал», вот. А железнодорожная станция, даже не знаю, как она называется. Левада он называется, что-то ты не очень Харьков знаешь. Харьков-Левада, слышал такое? Да, да, я знаю. Ну, Агыш «Автовокзал», а «Индустриальное» вообще это дальше, это вторая очередь метро, красная линия, ну ладно, ты так на какие темы беседуешь? Может, вопросы у тебя интересные? Я не знаю, на разные. Интересно побеседовать с россиянами на то, по поводу войны. Что они думают? Что, как мыслят? Ну, смотря какой войны. Я, например, разбираюсь в войнах мировых. Ты знаешь, когда началась Первая мировая война? Mm-mm. Даже понятия не имею. А вторая? Mm-mm. Только о войне, которая касается меня лично. Ну, я понял, да. Ну давай, есть какие-нибудь вопросы по этой войне? Что думаешь? Война это плохо. А ты из России? Я же тебе сказал, что... А, это не говорил? Нет, я из Канады. Нет, ты из Канады, я понял. А почему у тебя российский флаг висит? Не у меня висит, а программа показывает, потому что VPN. А родом откуда вы? С
маршрута не можешь понять, раз я Харьков знаю намного лучше тебя, значит, из Харьков. А чего ты думаешь, что намного лучше меня? Потому что не ответил на элементарные вопросы. Ладно, Балашовку мало кто знает. Допустим, только половина харьковчан знает. А уж Леваду, где находится Левада, знает практически все, кто прожил в Харькове, по крайней мере, полгода. Ну да. Ну, а когда не двигаешься? Ну, наверное, время автовокзалов прошло. И я думаю, то, что сейчас большинство харьковчан не сильно разбираются в автовокзалах или в железнодорожных станциях. Ну хорошо, если на машине ездишь, вот как ехать в аэропорт по проспекту Гагарина, на какую-то улицу сворачиваешь, чтобы попасть в аэропорт? Перед поворотом на аэропорт Льва-Ландау, а дальше улица, которая ведет к аэропорту, даже не знаю, как называется. Льва-Ландау — это вообще в другой стороне, она за Газпромом. А в плане, там, как это? А там, а улица называется Аэрофлотская, где троллейбусные, пятый троллейбус, троллейбусные провода заворачивают. Вы пытаетесь путать действительную информацию с недействительной. К аэропорту. Льва-Ландау где начинается? Ну, это новое название, я же давно уехал из Харькова. Это, когда я уезжал, еще не было такой улицы. Ну, так давайте тогда примем тот факт, что вот какую-то часть информации для вас она не актуальна. Ну, да, вот ты молодец, это знаешь. Ну, хорошо, хорошо. Ладно, давай успехов, учи географию Харькова. Из Харькова? Из Харькова? Да, 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 а вы? Географию Харькова хорошо знаешь? Что, что еще раз? Географию Харькова хорошо знаешь? Ну, да. город хорошо знаешь? Чугуев, Бабаи, это ты, это область ты мне причисляешь. Какой железнодорожный вокзал находится в районе станции метро, ну, скажем, проспект Гагарин? А вы меня типа на пробивном, да? Да, проверяю тебя на харьковчанина. Не, я знаю, где Московский проспект находится. Там, где Турбоатом. Левада находится на проспекте Гагарина. Ну ты, я вижу, с области. Ты откуда с области? Смирефа, что ли? Я, да, Смирефа. Ну я понял. Ладно, на какие темы беседуешь? Может, вопросы интересные есть? Нет у него вопросов. Недолго музыка играла, недолго пора я танцевал. Может, у вас такие вопросы есть? А какие вопросы? Ну я понял. А вы звідки? Ми з української, бля, з Одеської області. Одеська? Да, Одеська область. А чё ж на мове говорите, если с Одессы? Я думал, вы со Львова, а Бастернополя. Не, ну я можу... Я можу разговаривать и с Уржиком, мне типа якось не принципиально взагалі. Ну я разумею вашу мову, ладно, на какой хотите, на такое говорите. Ну мы ж все свои. Ну понял. Ладно, успехов вам. Have a good day. Здорово. Из Харькова, нет? Из Харькова ты, нет? Да. Пишешь, что из Харькова. Может, ты в Харькове там в командировке или в войсках. Я поэтому спрашиваю, сам из Харькова или... Да. Географию Харькова хорошо. Ну, с Харькова, да. Я понял. Географию Харькова хорошо знаешь или истории? Не очень? Не очень. Ну, значит, не из Харькова, а просто находишься в Харькове. Ну, хорошо, может, у тебя вопросы какие ко мне есть? К вам особо такие вопросы. А кому у тебя, вопросы есть? Ты ж в рулетку заходишь, наверное, или телок ищешь? Тогда другое дело. Ну, хорошо. Просто общаешься с людьми. Ну, когда общаются, вопросы задают, отвечают на них. Ну хорошо, нет, так нет. Ладно. И здесь, на этом берегу.
перекрестке. Это было сказано. Что интересно? How you doing? Как дела? Ну, на двух языках, может, и... Я ж не знал, говоришь ты на русском и не говоришь. На двух языках я сказал. Это типа, того, мы с Биллом Гейтсом в Макдональдсе пили ели гамбургер и ели чай и кофе. Вот так. Ну, это ты, наверное, пил. Нет, почему примерно так? Кто я? Ну, понятно, ты вроде старый, я думал, ты не будешь так ругаться. Да я и не ругаюсь. У тебя, какой-то троллинг не очень. Да нет. Ты военный, да? Да я нет, а ты охранник? Я тоже не военный. А как ты сказал, что старый? Ты откуда? Где живешь? Харьков. Заебал великого мужа. Из Харькова ты хочешь сказать? Да, в Харькове. Да. Какой? Перебежденный улицу. Какой железнодорожный вокзал находится в районе станции метро проспект Гагарина? Какое метро? Метро. Ну русские. Да. Вот русские в Харькове. Я на метро не езжу, на такси езжу. Харьков скоро освободят, я надеюсь. От 102-летней украинской оккупации. Я на Украине езжу. Понятно. Ладно. У тебя вопросы есть какие-нибудь? Пока еще. Надеюсь, Наташа. Ты русский? Надеюсь, Наташа. Ты русский? Русский. Надеюсь, не будешь жить там, у вас есть дата. Он русский. Я вам русский. Да. Наступает решительный момент. Повестки-то у всех на руках. Ну что ж, проанализируем обстановку. За себя он был совсем не разговорник. 12. Москва Суми отправляется с первого. Куда? Проспал. Скорый поезд номер 12. Москва Суми отправляется с первого пути. Скорый поезд номер 22. Отправляется с седьмого пути. Внимание! В платформе номер 4. Прибывает пассажирский поезд 59 Ростов-Харьков. Стоянка поезда... Быстро проверь другие перроны, а я посмотрю вокзал. Пассажирский поезд номер 68 Харьков-Краснодар отправляется с пятого пути. Пассажирский поезд... Билет! Тихо, отец, договоримся. Харьков-Краснодар отправляется с пятого пути. Телефон спецсвязи. Первый. Это седьмой. Объект со станции Харьков ушел. Разверзлись с треском небеса и с воем ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя Красного Царя на воевленные Иуды.